Нурлы Жол – это название новой экономической политики. Именно она в ближайшие 5 лет определит курс развития страны. Это некий казахстанский ответ глобальному финансовому кризису. На заседании политсовета Нур-Отан Нурсултан Назарбаев внезапно обратился с посланием к народу. Несмотря на удивленные лица собравшихся, стало понятно, где еще озвучивать столь важное обращение, как не на большом собрании партии власти. Хотя заседание, чего уж скрывать, мало кто ожидал сенсации, но президент, как всегда, не дал расслабиться. Гульнара Жандагулова продолжит. Война, санкции, ситуация на Ближнем Востоке – все это так или иначе касается и Казахстана. Чтобы пройти сквозь глобальные испытания, которые ожидают весь мир, нашей стране предстоит предпринять ряд мер. Поэтому ежегодное послание президента народу в этом году прозвучало ранее обычного. Глава государства представил новую экономическую политику Нурлы Жол. По традиции Елбасы обращается к казахстанцам в первые 2 месяца нового года. Но ситуация вокруг не дает времени на раскачку. МВФ уже пересмотрел прогнозы развития мировой экономики в сторону понижения. Однако новость о послании прозвучала все же неожиданно, судя по реакции некоторых. Объявляю перерыв на 10 минут, чтобы размять ноги. Призыву последовали чиновники всех рангов, депутаты и бизнесмены. Словом, в зале весь истеблишмент страны. До этого на заседании политсовета Нур-Отана партийные боссы отрапортовали. Обещания, поставленные в предвыборной платформе, выполнили досрочно. Но не успели нур-отановцы вздохнуть, как появились другие задачи. Программа «Нурлы Жол» должна стать новым инструментом развития экономики на 5 лет. Особое внимание сосредоточено на возведении социального арендного жилья. Эти квартиры будут строить для молодых семей и для тех, кто на самом деле нуждается в квадратных метрах. Есть у нас жилстройсбережения, есть у нас ипотека, есть у нас аренда. Но теперь нам надо посмотреть по-другому. Государство будет строить социально-арендное жилье и предоставлять его населению в долгосрочную аренду с правом выкупа. То, что существует, требует больших средств, первоначального взноса. И потом банки дают кабальные проценты до 20%. Люди не могут выплачивать и все время имеем проблему. Беспрецедентно дешевое жилье будет выдаваться без посредников, под 1-2% без первоначальных взносов. На это в ближайшие 2 года выделят 180 миллиардов тенге. Безотлагательного решения требуют и проблемы аварийных школ и трехсменного обучения. Президент распорядился о выделении 70 миллиардов тенге. Еще 20 миллиардов пойдут на строительство детских садов. Но в этом вопросе не надо увлекаться тратой государственных денег, частный бизнес должен мощно пойти. Их надо заинтересовать. Акимы должны максимально заняться этой работой, привлечением частного сектора. Не менее важным станет развитие инфраструктуры. В ближайшие 5 лет Астану и все регионы свяжут транспортные лучи, железнодорожные пути и автодороги. Все это повлечет приличные финансовые вливания. Несмотря на это, пенсии и зарплаты не урежут, обещает глава государства. Кризисы долго не бывает, как известно. Может быть 2, может 3 года, может 5 лет. Это поможет нам пройти, не снизить пенсии, не снизить заработные платы. Может быть, в этот период мы увеличивать не сможем, но будем увеличивать потом. Но зато мы сохраним то, что у нас есть, и страна будет развиваться. Нурсултан Назарбаев призвал каждого чиновника работать так, чтобы пыль столбом стояла. И все, конечно, должно реализовываться прозрачно. Президент подчеркнул, спрос будет строгим за каждый тенге. Гульнара Жандагулова, Виктор Джигис, 7 News.